Прекрасно. Наша сегодняшняя запись включена. Мы с вами встречаемся. Я сегодня вновь просто всего лишь подменяю Володю. Владимир у нас находится в международной командировке. Его самолет только сейчас будет опускаться на землю. Мы с вами сегодня еще раз как бы познакомимся с информацией, с новыми возможностями, которые появились у вас у всех в личном кабинете в связи с потрясающим уникальным событием именно для технологии SkyWay. Это приглашение технологии SkyWay на 11-ю международную выставку с одной из самых престижных выставок, это Инотранс в Берлине. Выставка проходит раз в два года. И синхронистичность сложилась таким потрясающим образом, что в этот раз это не просто была выставка, это выставка, которая полностью посвящена инновациям в транспорте. В транспорте всех видов. Это транспорт речной, наземный, подземный, водный, воздушный и железнодорожный, автомобильный и так далее. Все, что касается транспортных систем планеты Земля. Красота синхронистичности заключается в том, что именно сейчас, именно в этот момент технологии SkyWay есть что показать. То есть у нас готовы первые опытные образцы, которые и будут привезены на технологию Инотранса. И мы будем представлять технологию не просто через буклеты, через плакаты, через красивую анимацию, через красивые фильмы. Будет собран стенд, на котором будет показана в натуральную величину одна из моделей технологического ряда транспорта второго уровня технологии SkyWay. Это потрясающее, грандиозное событие. И вновь я сделаю акцент на том, что оно стало возможно только благодаря тому, что все мы, как инвесторы, как люди, которые заинтересованы в полном преображении планеты, поверили в технологию, поверили генеральному конструктору, поверили себе, что мы это делаем не напрасно, и наши инвестиции помогли тому, что технология начала внедряться. А сейчас очень хочется сделать акцент на этих двух грандиозных событиях, которые являются историческим моментом и для технологий, и для самого Инотранса. Я надеюсь, что они уже поняли это. Это историческое событие, которое в дальнейшем может не повториться, потому что на сегодняшний день технология SkyWay была приглашена, а не напрашивалась на Инотранс, и в следующий раз, возможно, не будет причины там появляться. То есть это событие, при котором вы можете присутствовать лично. Это событие состоит из двух направлений. Вот сейчас мы посмотрим этот лендинг, вот у нас этот лендинг, и тут у вас есть сейчас в личном кабинете везде появилась у нас такая вставочка, баннер присутствия на Инотрансе. На сегодня этот баннер, эта возможность работает на всех инвесторов группы компаний SkyWay, причем она работает на вас даже тогда, если вы вовсе не собираетесь лететь в Берлин, если вы живете очень далеко, если у вас отсутствуют возможности на сегодня, неважно, какие-то временные, семейные, финансовые, присутствовать на этом мероприятии. Однако у вас, возможно, есть люди, которые сейчас очень многие инвесторы буквально прикладывают очень много и правильное направление выбрали, начинают отыскивать всех своих знакомых и все свои связи в Германии. На самом деле у российских граждан достаточное количество знакомых в Германии, потому что вы помните, одно время была такая большая волна, когда Германия открыла свой занавес, либо мы открыли свою занавес, и было разрешено возврат российских немцев на их историческую родину. И огромное количество, на самом деле, немцев, которые жили в России, эмигрировали, как бы вернулись опять в Германию. Если у вас есть такие знакомые, очень рекомендую вам выйти на этих знакомых и предложить им поприсутствовать на этой выставке, поприсутствовать на Инотрансе. Даже если они точно так же скажут, мы не знаем, какое их состояние дел, какое их положение, насколько они заняты, рабочие и нерабочие, смогут ли они присутствовать. Однако у вас есть возможность заинтересовать жителей, живущих в Германии,
заинтересовать всех ваших знакомых, которые есть у вас на сегодняшний момент в Европе, особенно в странах, которые расположены близко к Германии, чтобы они либо приехали, либо, возможно, стали частью вашей команды, и затем в дальнейшем, после того, как будут показаны события, потому что у нас будет использован, подключен и перископ, и площадки вебинаров, где-то там прямая трансляция, если это будет возможно, будет и конференция живая, и посещение выставки Инотранса. Все дни будут максимально задействованы. Понятно, что будут живые новости с площадки, и головной офис над этим тоже работает. То есть все возможные инструменты для вас и для ваших инвесторов будут предоставлены для того, чтобы уровень инвестиций вырос в разы. На самом деле мы к этому уже приходим. Так вот, когда вы начнете разговаривать с вашими знакомыми, которые живут в Германии, либо с вашими знакомыми, которые находятся в Европе, и будете искать аргументы для привлечения их в свою команду, этот аргумент у вас находится очень близко. У вас здесь в разделе «Инструменты партнера» появилась потрясающая ссылка. Это реферальная ссылка. Давайте я попробую открыть ее здесь, потому что нам эта страничка еще пригодится. Сейчас я вернусь, посмотрю, вы меня видите. Билеты мелькали. Так, значит, мы с вами здесь. Периодически пишите, Лариса, видим. Здесь у вас для тех, кто серьезно занят привлечением своих команд, появилась потрясающая выставка, потрясающий лендинг Инотранс. Вот я сейчас попробую ее открыть. Надеюсь, она мне откроется. Лендинг выглядит подобным образом. По факту я как бы в кабинете, она должна меня перевести в кабинет, но будем надеяться, что откроется лендинг. Вот ура, ура, лендинг открылся. Итак, сейчас загрузится до конца, и мы его увидим в полной красе. Это лендинг, который привязан к вашей реферальной ссылке. По факту это ваш мини-сайт. Очень скоро этот лендинг будет переводиться. Вот, да, все, он полностью загрузился, у меня во всяком случае. Этот лендинг переводится сейчас на несколько основных языков. Это английский, немецкий, чешский, словацкий, венгерский и, по-моему, польский. То есть на языки основных ведущих структур, которые сейчас вносят самый большой объем инвестиций. Если вы относитесь к группе, кто, говоря, у кого инвесторы говорят на другом языке, и вы готовы перевести этот лендинг на свой язык, просто обращайтесь в поддержку, заявите о себе, и вам все будут просто счастливы и рады. А этот лендинг на сегодняшний день, у нас многие просто перестали использовать все другие ссылки и переключились сейчас именно на этот лендинг, потому что этот лендинг можно отправлять как новичкам, которые только появились и вообще далеки от любых технологий и далеки от любых инвестиций, так и потенциальным крупным инвесторам. Это людям, которые уже занимаются бизнесом, людям, которые уже привыкли вкладывать крупные деньги в бизнес, ищут этот крупный бизнес, либо это руководители каких-то предприятий, с которыми вы знакомы. Вот когда вы сбрасываете им подобный лендинг, это говорит о вашем уровне инвестиций и показывает вас с очень выгодной стороны. И показывает технологию, в которую вы вложили, с очень выгодной стороны. Этот лендинг показывает мировое признание технологии и ближайшее конкретное событие, которое подтверждает значимость технологии SkyWay. Здесь есть абсолютно все ссылки. Здесь есть ссылка на Инотранс. Здесь есть ссылка на билет купить конференцию и так далее. И здесь, когда вы нажимаете «Хочу узнать больше», куда бы тут вы ни нажали, вот все, что касается регистрации, вы сразу, человек, которому вы сбросили этот лендинг, сразу попадает на регистрацию под вашей реферальной ссылкой. И здесь, по факту, говорю, это самый мой любимый лендинг, потому что он похож на мини-сайт, это то, о чем мечтают очень многие инвесторы. Для того, чтобы достойно представить себя не просто по одной страничке регистрации, а в каком-то таком всеобъемлющем виде. Но помните, у нас была одна из реферальных ссылок «Переход на главный сайт компании». Там обычно новичок теряется, он не понимает, он тонет в этом обилии информации. А здесь получается сжато, сжато, кратко все необходимые видеоролики, которые показывают важность и значение этого момента. Здесь будут представлены стенды,
стенды, на которых будет выставляться наша технология, что будет представлено, куда движется компания, места, потому что очень многие люди, которых вы начнете привлекать, мы же не знаем, кто с кем как бы контактирует и кто с кем сотрудничает. И может оказаться так, что у людей крупного бизнеса, который вы пытаетесь пригласить, есть знакомые в Германии, которые скажут: слушай, Павел Павлович, у меня поступила такая интересная информация, вот тут заявлена технология, сходи, пожалуйста, ты там в Берлине близко, посмотри, что там действительно стоящие ли технологии. Вот я бы хотел вложить, поддержать технологию, либо начать какой-то адресный проект с компанией. Будь добр, посмотри. И Иван Иванович, конечно, с радостью придет, потому что подробнейшая схема, все ссылки, адрес, человек всегда может прийти и посмотреть. Все, что необходимо, для чего проводится этот проект, просто нажимает человек и переходит на все видеоролики, все основные репортажи, все последние значимые события, которые добавляют веса технологий, здесь представлены. Это и уже запуск адресного проекта в Австралии, это освещение технологий SkyWay в мировых СМИ и на телевидении. Поэтому этот лендинг вообще делает за вас по факту всю работу. Здесь уже перечисляются основные преимущества технологии SkyWay перед другими видами транспорта. И здесь точно так же есть кнопочка «Инвестировать», которая переведет человека, который просматривает вашу реферальную ссылку, на регистрацию по вашей реферальной ссылке. То есть человек будет зарегистрирован под вас. После того, как будет проведена выставка, после того, как пройдет конференция, после того, как Инотранс закончится, этот лендинг останется в компании, он останется для вас как один из мощнейших инструментов. Сюда будет добавлена история, информация, отчет о Инотрансе. Чего мы достигли, что с нами произошло, были ли заключены договора, если головная компания посчитает нужным, уместным разместить здесь такую информацию. Все, где были расположены сейчас элементы того, где находятся стенды, где будет проходить конференция, все это место займет отчет информации, отчет фотографии, видео о том, что произошло значимого, знакового, каков был итог нашего участия в этой потрясающей конференции. Поэтому, пожалуйста, я прошу вас сейчас и призываю, просто рекомендую вам как можно активнее начать пользоваться этим лендингом. А сейчас, пожалуйста, напишите мне в чате, я вот вернулась, насколько вам видно сейчас этот лендинг и нашли ли вы его в своих собственных личных кабинетах. Еще раз скажу, он находится в разделе «Инструменты партнера», реферальные ссылки, нажимаете на реферальные ссылки, и это лендинг, который сейчас создан. Этот лендинг должен был быть переведен на несколько языков. Вот если мы переходим сейчас, ну, допустим, на литовский язык, мы вот все с нетерпением ждем нового сайта, и как бы пока у нас это не особо, ну, нам все время обещает IT-отдел, и пока мы этого не видим. Вот сейчас мы видим, что этот лендинг как бы тоже на литовском языке. Вопрос, открывается ли он, нет, к сожалению, пока на русском, но очень надеюсь, что он будет открываться и на других языках также. Время пришло. Сейчас, так, посмотрим. Так это только в Capital, значит, этот лендинг, да, это в Capital, мы проводим вебинары от SkyWay Capital, и я вам рассказываю о личном кабинете Capital на сегодняшний день. Выставка проводится и конференция 24 сентября, а выставка, посещение выставки нашими инвесторами и посетителями стенда SkyWay основное будет проходить 23 сентября. Это не только для инвесторов фонда Capital, это для инвесторов всех фондов и для ваших знакомых во всех фондах, и для ваших знакомых вообще, которые даже на сегодняшний день не являются инвесторами технологий SkyWay Capital. Это всеобщая, всемирная выставка, на которую вас приглашают. Мы от фонда Capital создали для вас этот лендинг в поддержку. Возможно, что-то есть и в компании РСВ.
Надеюсь, что это так, потому что коллеги и рабочие работают очень быстро, очень быстро. Итак, мы разобрались с лендингом, который сейчас работает на вас, который работает как ваш личный индивидуальный сайт, который вы можете размещать везде, где только можете, если вы занимаетесь привлечением инвестиций, построением команд и как бы ну, очень активно работаете в этом направлении. Теперь для вас участие в выставке, чтобы вы понимали, для тех из вас, кто поедет на Инотранс, либо для ваших приглашенных, которые собираются присутствовать вне зависимости от того, являются ли они инвесторами на сегодняшний день, либо не являются. Оба мероприятия для посещения открыты для всех. А как происходит посещение всех этих мероприятий? У нас два мероприятия. Вот если вы перейдете по выставке, вот сюда перейдете по баннеру, вы перейдете на страницу, на которой написано, что событие состоит из двух мероприятий. И это сама выставка «Инотранс», где посещение нашего стенда нами будет 23 сентября. И посещение общеевропейской конференции, которая пройдет 24 сентября 2016 года. Вы можете перейти по ссылкам и там, и там, и вы попадете как раз на страницы переадресации. Значит, здесь, если мы нажимаем, это с вашего лендинга, куда переходят инвесторы, которым вы отправили вашу ссылку, ваш лендинг. Туда же, куда переходите вы для того, чтобы оплатить участие. Значит, первое. Билеты на выставку Инотранс покупаются на официальном сайте Инотранса. Это официальный портал. Билеты покупаются индивидуально. Поэтому будет вашей задачей после покупки билета их распечатать, привезти с собой. Это касается и покупки билета на посещение выставки «Инотранс», и покупки билета на конференцию 24 сентября. Отличие этих событий и стоимости. Значит, у нас есть выставка «Инотранс», билет на выставку «Инотранс» покупается на посещение всей выставки. Вы можете посетить не только стенды Skyway, технологии Skyway, но взять и обойти весь «Инотранс» – это огромнейшая территория. Еще раз сделаю акцент, что там 2000, около 2000, а иногда и больше, в зависимости от тематики выставки, тех, кто представляет свои технологии, свои наработки, и около 100 тысяч посетителей каждый раз, когда проходит эта выставка. Эта выставка занимает огромную площадь, несмотря на то, что она по факту находится чуть ли не в центре Берлина. Стоимость участия. А стоимость участия, когда участник покупает билет онлайн, вдвое ниже, почти в два раза ниже, чем покупка билета непосредственно при входе в день посещения выставки и покупка там на входе. Значит, если участник покупает билет на посещение на один день, выставка «Инотранса» будет проходить, вход свободный для посетителей, будет с 20 по 23 число, сама выставка открывается с 19, и на этой выставке первые дни будут посвящены круглым столам, встречи представителей, встречи заинтересованных лиц с заинтересованными лицами, будет проходить обучение менеджменту, обучение продажам, бизнес-тренинги, бизнес-встречи и так далее. С 20 по 23 число будет вход для любого посетителя, любого жителя Германии, всех, кто приезжает из-за рубежа. Поэтому, если человек покупает на один день, вот в данном случае вы, то желательно, чтобы вы пришли именно 23 числа, потому что 23 сентября у нас посещение именно нашего стенда технологии Skyway, где все вас будут ждать и все вам будут рады. И к тому же 24 сентября на следующий день у нас сразу общеевропейская конференция по итогам и по как бы результатам участия в этом потрясающем событии на выставке «Инотранса». Билет на один день. Запомните, если вы купили билет на один день, вы приходите только в тот день, в который пришли. Даже если по ошибке человек купил билет, пришел 20 числа, на 23 его уже не пустят, потому что билет как бы аннулируется. Все, человек прошел по нему, и билет забирается.
Значит, при покупке онлайн билет стоит 45 евро, при покупке на входе на выставку Инотранс билет стоит 80 евро. А существует второй способ покупки билетов на все дни, даже если, еще раз скажу, выставка несколько дней, возможно, участник будет всего 2 дня присутствовать на выставке, вне зависимости от этого билет стоит 65 евро, при покупке в зале 100. Когда вы покупаете билет на Инотранс, он дает вам возможность бесплатного проезда в зоне А, Б, С всем общественным транспортом Берлина до выставки и обратно, до того отеля, в котором вы расселились, если вы находитесь в этой зоне. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, аккуратны и выбирайте отель так, чтобы вы могли взять билет на Инотранс и хотя бы не оплачивать проезд в Берлине. Это то, что касается покупки билетов для посещения, чтобы посмотреть, вот стать участником этого грандиозного события, которое действительно раз в 100 лет. Вот мы здесь, на этой выставке, раз в 100 лет. То, что будет дальше, это будет потом, и это будет лишь еще и следующее участие. Но сейчас это первое, это грандиоз, это прецедент, участником которого вы становитесь. Вы распечатываете билет. Вы привозите ее с собой, его с собой и входите по билету. Второй день это участие, вы купили этот билет, он стоит вам 45 евро, либо 65 евро на все дни. Покупка следующего билета – это покупка билета на 24 сентября на конференцию, на всемирную, всеобщую конференцию, всеевропейскую конференцию технологий Skyway. Так, напишите, пожалуйста, видите ли вы сейчас вот этот лендинг по покупке билетов на 24 сентября? Давайте сейчас вернусь и посмотрю, что вы видите. Так, жду ваших комментариев каких-то. Видно, отлично, потрясающе. Теперь то, что касается 24 сентября. 24 сентября. Этот день знаменит и уникален тем, что конференция целиком будет посвящена выступлению Анатолия Эдуардовича Юницкого и Виктора Бабурина. И они расскажут о всех последних новостях. Во-первых, Анатолий Эдуардович, конечно, расскажет нам о том, каких достижений, успехов и результатов мы достигли участием в этой выставке, что благостного она нам принесла и на какие новые уровни мы в мире мы вышли. Я думаю, что результаты будут потрясающие, и мы все уже с нетерпением этого ждем. Естественно, что Анатолий Эдуардович ответит на вопросы из зала, которых наверняка также будет много. Подразумевается, что планируется, что будет очень много участников также в зале и самой выставки Инотранс, потому что у нас там будут предлагаться билеты на посещение этой конференции. И, конечно, те, кто будут присутствовать на конференции, получат грандиозный объем информации. Когда 23 числа мы будем ходить по стендам и смотреть, знакомиться с технологиями Инотранса, ну, у нас будет ну, там несколько минут для того, чтобы посмотреть на стенд, пообщаться, пофотографироваться. Мы не сможем переключить полностью на себя, вот 100%, все внимание Анатолия Эдуардовича Юницкого. Его задача там общаться с представителями бизнеса, которые готовы сейчас начинать внедрять технологию по всему миру. Поэтому, конечно, первоначальный акцент будет на них. Но 24 числа на конференции в Берлине, в концертном зале Берлина, у нас все время Анатолий Эдуардович будет посвящено вам, инвесторам, гостям. Вы сможете, конечно, пофотографироваться, вы услышите его потрясающее выступление. Все, кто присутствовал на выступлениях Анатолия Эдуардовича Юницкого, всегда потом были в таком приятном изумлении. Человек, который зажигает, это человек, который добавляет вам энергии, это человек, после выступления которого хочется начать новый виток жизни. Это действительно так, это то, чем занимается Анатолий Эдуардович. Он постоянно выходит на новые витки своей жизни, творчества и вдохновения. Когда мы привыкаем к тому, что это уже существует, в этот момент оказывается, что человек разрабатывал уже новую идею, новую концепцию. Когда мы привыкли к предыдущей, у нас оказывается перед нами с вами совершенно новые уникальные технологии, которые мы затем тоже начинаем все внедрять.
Вот то, что происходит 24 числа. Тут билет состоит из нескольких опций. Официальный язык, на котором будут общаться спикеры, официальный язык конференции русский. К тому же официально на этом мероприятии будут переводы на английский и на немецкий языки. На все остальные языки, там, где будут небольшие группы, мы будем отдельно обговаривать с лидерами. Вот у нас едет целая команда из Польши, у нас едет команда там с Латвии, Литвы, Эстонии, с Чехии, Словакии, и мы будем обсуждать этот вопрос обеспечения перевода на их языке. Но основные языки перевода – это английский и немецкий. Поэтому для тех, кто говорит только на немецком, либо для тех, кто говорит только на английском, и им нужен этот перевод, им необходимо будет позаботиться о себе и заявить о себе. То есть, покупая билет на конференцию, будьте внимательны. Если вы говорите на русском языке, прекрасно понимаете русский язык. Если люди, которых вы рекомендовали, которые с вашей подачи будут присутствовать на этом потрясающем и таком же грандиозном, как выставка Инотранс, мероприятии, они знают русский язык, они нажимают цифру 1, у них получается сумма 19 долларов, они нажимают на кнопку «Продолжить» и печатают. Если ваш приглашенный, либо вы, нуждаетесь в переводе на английский язык, либо немецкий, вы выбираете соответствующий язык и ставите цифру 1. Допустим, вам нужен один билет. И у вас выходит сумма 21 доллар. 2 доллара сверху, разница между 19 и 21 долларе, это как раз 2 доллара наушники. Наушники, которые будут вам представлены, то, благодаря чему ваше присутствие, либо вы будете слышать прекрасный перевод на немецком, либо на английском. Пожалуйста, мы делаем с вами основной акцент на том, что когда вы выбираете билет, билеты именные, билеты точно так же надо будет распечатать. Это, знаете, как посадка на самолет. Сейчас очень много электронных билетов, их распечатывают и приносят с собой, чтобы показать, что как бы настоящими билетами никто не озадачивается. Итак, здесь будет необходимо ввести ваше имя, фамилию и e-mail. Правильно, внимательно, аккуратно вводите e-mail. Именно на этот e-mail будет поступать билет, который распечатывается, билет будет со штрих-кодом, и этот билет будет показываться, считываться, идентифицироваться на входе на конференцию. Для тех, кто выбрал опцию билет на перевод на английский или немецкий, человек выбрал эту опцию, нажал «Продолжить». После того, как человек заполнил поля фамилия, имя, email, у него или у нее в билете у участника будет еще на билете написано, что один, значит, пара наушников, значит, комплект наушников для перевода на немецкий язык, либо на английский язык. И когда участник будет входить и показывать свой входной билет, ему вместе как бы со всей сопутствующей литературой, которая там будет представлена, с какими-то флаерами, с программками, будут выдаваться еще наушники. Наушники эти надо будет вернуть, естественно, потом. Вот как это будет работать? Так это будет работать. Поэтому сейчас я хотела бы узнать, есть ли у нас с вами вопросы относительно того, всего, что я вам рассказала. Что бы вы на сегодня хотели, давайте я пока отключу рабочий стол. Вот мы перейдем сюда, потому что как бы я все время туда-сюда скачу, и в итоге непонятно, что видите вы. Итак, а что вы поняли, что вы не поняли, какие у вас есть вопросы, в каком направлении мы двигаемся сейчас? Семья? Алло, 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 не вижу обратной связи, как бы такая тишина потрясающая в чате. Сколько за все платить? Наталья, огромная благодарность за этот вопрос. Значит, выставка на Инотранс, если вы в нем участвуете, на один день стоит 45 евро,
и вы оплачиваете на сайте Инотранса. Участие в конференции стоит 12 долларов. 19 долларов, если вы понимаете русский язык и спокойно можете послушать лектора, спикера. Если вы, либо ваши люди, ваши знакомые нуждаются в переводе на немецкий, на английский, либо на другие языки, если вы едете группой, то билет для вас будет стоить 21 доллар. 21 доллар. То есть на сайте Инотранса вы оплачиваете в евро, 45 евро, на нашем лендинге участие в конференции 24 числа 21 доллар. А поэтому в сумме 45 плюс 21, ну возьмем максимум, что если нужен перевод, это получается 66, красивая цифра, кстати, 66, а нет, там евро, там доллары, ну в общем вот где-то так. Наверное, я думаю, что около 66, тогда около 75, наверное, евро. Нет, 75 долларов. За 3 дня, значит, за 3 дня нет. 45 евро вы платите за посещение 1 дня. А если за 3 дня, то тогда 65 евро. Вот, если вы хотите присутствовать на Инотрансе, походить вообще с самого первого дня, вот она 20 числа открывается для посетителей, и до 23-го 4 дня вы там ходите. Хоть сколько дней, а если вы хотите больше 1 дня, вы оплачиваете 65 евро. И там уже вы решаете, в какие дни вы ходите, во все сразу или только в 2 дня по выбору и так далее. Как организуется группа, чтобы поехать коллективом? Для российских граждан никаких групп не организуется, потому что у нас перелеты в другое государство, мы покупаем билеты, сами прилетаем, сами снимаем себе отели, смотрим, чтобы это было рядом с, и как бы вы выбираете одно, либо чтобы это было рядом с Инотрансом, либо чтобы это было рядом с конференц-залом, адреса и одного и другого мероприятия присутствуют на лендинге, присутствуют, есть на сайте. И информация это еще будет распространяться. В новостях мы это отправим. А что очень рекомендую вам, сейчас как бы начнут уже с середины августа резко расти билеты по стоимости на отели в Берлине. Берлин вообще город не дешевый, а в связи с Инотрансом, когда массово начнут покупать билеты, потому что 100 тысяч посетителей – это не жители Берлина, это приезжие, которые приезжают туда для того, чтобы посмотреть на эту выставку, поучаствовать, в том числе и по заключению договора. И я знаю, что цены на отели уже начали расти. Поэтому позаботьтесь о себе и выкупите отели. Если у вас уже есть какая-то группа, то есть с российской стороны не организуются никакие группы, вы сами о себе заботитесь, покупая билет, размещаясь в отеле. Вы ищете себе второго человека в номер, если вы желаете взять номер на двоих, либо оплачиваете номер на одного. Все зависит только от ваших финансов, насколько вы готовы, как бы, ну, какую сумму вы готовы оплатить. Если сейчас говорить о группах, которые едут с Европы, там как бы лидеры уже сами составляют эти списки, они сами формируют эти команды. Я знаю, что у нас с Польши едет автобус, я знаю, что у нас с Чехии едет автобус, возможно, с Венгрии. Вот, поэтому вы просто, если вы там в группе, если вы в семье, вы просто присоединяетесь. Насколько далеко друг от друга эти залы? Вы знаете, далеко. Вам достаточно просто взять любую, даже те же Google карты открыть, нажать «Составить маршрут», ввести адрес Инотранса, ввести адрес концертного зала, и вы увидите, где они находятся. Хотя на самом деле, не знаю, как в Берлине ездит транспорт, как вы планируете добираться, но, по-моему, и там есть метро. И все это в шаговой доступности. Вопрос сориентироваться в метро. Так, какие-то еще вопросы по пакетам, по лендингу? Так, из Латвии. У вас в Латвии, вот Николай, спасибо огромное, что вы еще раз написали, у вас в Латвии всегда как бы организатором, лидером по региону является Инета Анжени. А поэтому я попросила бы вас выйти на нее и узнать. Там целая команда. Причем у вас буквально в эту субботу, по-моему, в эту субботу будет проходить конференция.
Посмотрите, пожалуйста, по расписанию. Тут как бы все просто. Вот причем вы можете позвонить. Вы знаете, у нас потрясающий кабинет на самом деле, что я обнаружила, что 99% инвесторов даже не в курсе того, какой грандиозный инструмент у них в руках. У вас тут есть, так, мы на литовском, давайте-ка на русский перейдем. А, ну, по факту у вас тут все на русском. У вас есть потрясающая вкладка «События», и когда вы раскрываете эту вкладку, у вас есть еще более потрясающая вкладка «Расписание вебинаров». Здесь находится один под одним два календаря. Первый календарь вебинаров, который проходит, и вот наш с вами вебинар сейчас, на котором мы присутствуем. Следом у нас Франтишек Солар, Франтисик Солар ведет на чешском для чехов и словак. И здесь следом под ним офлайн мероприятия – это живые встречи в ваших регионах. Если вам сложно ориентироваться так, я так радостно показываю, и я же совсем упустила, что отключила вам экран. Сейчас. Сейчас, коллеги, начать трансляцию. Итак, начать трансляцию. Давайте-ка я сейчас перешла в кабинет. В кабинет и очень хочу увидеть в комментариях, что вам этот кабинет виден. Сейчас мы в личном кабинете, как бы в разделе расписаний. Напишите, пожалуйста, видно ли вам его. Так, пока не виден. Давайте будем ждать, когда он у вас загрузится. А, видно, чудесно и прекрасно. Итак, наш потрясающий внутренний личный кабинет содержит такую графу, такой раздел, который называется «События». Когда вы нажимаете на плюсик, раскрываются эти события, и у вас тут расписание вебинаров. На одной странице находится расписание вебинаров онлайн и расписание офлайн, то есть это живые конференции, встречи и презентации. Это для вас палочка-выручалочка, чтобы вы могли узнать. Вот если вам сложно ориентироваться здесь, тем более тут вот написано, что еще 4 чего-то там, вы нажимаете, вы сами выбираете, как вы просматриваете календарь. В данном случае нажмем на графу расписания. И вот мы с вами увидели, что где проходит. Что где проходит в пятницу, что где проходит в субботу. И в субботу мы видим, что у нас в Эстонии будет проходить. В воскресенье у нас в Нарве будет проходить и так далее. Сейчас как бы добавится расписание со следующей недели. И вот вы можете, даже если вот в четверг была живая встреча в Литве, вам достаточно найти в вашем регионе, вот в вашем городе, организатор. Вы можете пролистать календарь вверх, вы можете пролистать календарь вниз, вы можете пролистать его еще вообще на месяц назад. Ваша задача найти ближайший город, либо хотя бы вашу страну, чтобы вы могли совершить звонок организатору. Вы берете, раскрываете ваш город, смотрите организаторов, они всегда тут представлены, и звоните по телефону и узнаете: дорогая команда, коллеги, я желаю ехать, я уже оплатил, либо я уже оплатила билеты на транс и на конференцию. Поэтому я хочу узнать, есть ли у нас организованный выезд, есть ли у нас какие-то автобусы, либо кто-то заботится о расселении в отеле, где-то мы все будем в одном месте. И вам всегда ответят. Все, для этого вам достаточно научиться пользоваться инструментом, который выложен и размещен тут для вас компанией Capital, фондом Capital. Вот, это региональные встречи. Даже если вы не присутствуете, вы всегда можете выбрать, найти здесь ваш собственный регион. Возможно, это даже не город, в котором вы живете, а город, который находится рядом. Нажать на город, посмотреть, кто является организаторами, и по телефону позвонить. Вот, все очень просто. В Анапе сегодня не было. Вы знаете, возможно, никто не зарегистрировался, никто не пришел. Все там может быть, потому что как бы организаторы такие очень все серьезные. У вас есть телефон, и вы просто берете и звоните, и спрашиваете, что девочки, летит ли кто-то, и, возможно, вам будет легче найти даже второго
участника к вам в номер, если вы снимаете двухместный номер, а пока только один и не нашли того, кто, компаньона, который будет вместе с вами жить. Если я одна и ни с кем не соединиться, это говорит о том, что тогда просто вы выкупаете билет только на себя. Если вы хотите поехать, вы смотрите отель. Вот, вообще, конечно, у нас такое количество групп ВКонтакте, в Фейсбуке, что можно там начните просто переписку, скажите, что ребята, семья, еду на Инотранс, заселяюсь в отель с такого-то по такое-то. Вот я, допустим, в отеле с 22 по 25, 25 утром улетаю, 23 утром прилетаю сразу с самолета на Инотранс. Поэтому спросите, я думаю, что кто-то откликнется. У нас инвесторов на сегодня к полумиллиону приблизилось. И я думаю, что очень большое количество инвесторов сейчас купило уже билеты и ищет возможности, как забронировать отель с кем-то. Еще раз скажу, что как бы Берлин не дешевый. Во-первых, это Берлин, просто потому что это Германия, там все, там дешевого ничего нет. Плюс к тому, Берлин является столицей. Третий аргумент в сторону подорожания – это выставка Инотранса. Когда несколько месяцев, да несколько месяцев, буквально там 1,5 месяца назад, в июне, 18 июня проходил Петербургский международный экономический форум, цены на отели в Питере я вам даже озвучивать не буду, чтобы не пугать. На стоимость одной ночи в отеле Берлина, вернее Санкт-Петербурга, вот тут можно было купить очень крупный пакет акций. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о себе, позаботьтесь, очень вас об этом прошу. Ну и если никаких вопросов нет, то на сегодня мы с вами завершаем. Это было все, что я хотела вам сообщить. Если вопросы есть, я отвечу. Если вопросов нет, то буду счастлива увидеть всех вас на этих потрясающих мероприятиях. Так, вопросов нет. Прекрасная семья. Как всегда, мы не прощаемся, потому что никогда не расстаемся. И это так. Жду всех вас, кто сможет приехать, с личным присутствием на Инотрансе, потому что это грандиозное, очень редкое событие, это очень значимое событие для нас и для вас. И, конечно же, на конференции 24 сентября, потому что там Анатолий Эдуардович будет там только для вас. Вы сможете задать все вопросы, вы сможете узнать самые последние новости вживую, сидя в первых рядах. Вы сможете обнять друг друга, познакомиться друг с другом. И, конечно, это будет грандиозное событие. Итак, до встречи и успеха всем нам.